І повертаючись до цієї сумної історії, можливо, для вашої команди прощання з кріслами в обласній державній адміністрації, але знаєте, що це сталося через конфлікт довкола «Укртранснафти» і «Укрнафти». Через те, що пан Коломойський дозволив собі неприйнятну лексику відповідно до журналіста, відносно до журналіста нашого колеги Сергія Андрушка. І це виглядало вже як верх цинізму насправді ж. І далі розплатилися за таку поведінку вашого товариша, друга, я не знаю, очільника державної адміністрації, ви всі гуртом. Смотрите, я хочу сказать следующее, что, во-первых, никто ни за что не расплачивался. Очевидно, ситуация была уже накалена и так до предела. И то, что произошло, это был просто, знаете, такой, как, не знаю, как некий такой уже последний, так сказать, вот, даже не могу найти слово правильно. Ну, матюкаты журналиста. Да. Ну, смотрите, давайте, вот мы сейчас вернемся к этой теме. Да? То есть то, что произошло относительно Укртранснафты и все эти события и так далее. То есть это была некая последняя капля, которая спровоцировала, безусловно, окончательно уже, будем так говорить, позиции Коломойского и где-то и президента, да, на те шаги, которые произошли. Лексика Коломойского, он дал ей свою оценку. Я на других, в других медиа, безусловно, дал свою оценку этому. Я не совсем с этим согласен. Я откровенно, я привык уважать журналистов. В общем-то, Коломойский всегда тоже уважительно относился к журналистам. Очевидно, эмоции в какой-то момент взяли верх. И эти эмоции негативные спровоцировал господин Лещенко. И все. Просто почему-то в этот момент, по идее, как бы весь этот диалог и вся эта тирада, да, она была направлена скорее к народному депутату Лещенко, а не к господину Андрюшко. Ну, мне так показалось. Ну, знаете, там ситуация с Андрюшком. Да. Вы не Коломойский. Ясно речь, что вам за него, вы не его адвокат. Вы лише... Смотрите, ну, тем не менее, я где-то ощущаю... Але очевидно, что в этой ситуации Коломойскому запало далеко в душу та ситуация, когда Андрюшко питав про паспорти. Тобто, якби це він тоді привів гумор, Ігор Валерійович має в увазі, і забув би, ну окей, але коли він це згадує, значить йому це пекло тривалий час. І до нього були питання з боку вже не пана Андрушка, а державних органів, президента, ну, опять же, уряду. Если вы... От у вас скільки паспортів? У мене один паспорт України, я, кстати, ношу його з собою. Я теж з собою, але якби в мене був інший паспорт, я б його не показував. Смотрите, ну, у Коломойського є свій образ життя, к которому він привык. І, знаєте, как бы свой какой-то такой специфический, как бы, ну, не знаю, трэш, что ли, да? Ну, вот он такой, какой он есть. А что это допекло Укртранснафта? Да. Смотрите, проблема же ведь не в том, сколько у него паспортов. Сегодня у грузинских министров или литовских министров тоже мы не знаем, сколько паспортов. Тем не менее, они сегодня выполняют должностные функции. И это нормально. Главное, чтобы человек был эффективен на своем месте и приносил пользу обществу, что и продемонстрировал Коломойский. А какая разница, сколько у него паспортов? Знаете, мы можем зацепиться иногда за какие-то вещи, мелочи, которые... Можно зацепиться, как в анекдоте, чудом за карниз. А почему без кепки? Да, вот знаете этот анекдот, да, чего без кепки? Вот так же и Коломойскому. А сколько у вас паспортов? Не, трошки не так. В Укртранснафте делали и так далее? Трошки не так. Давайте как бы возьмем медвесы. Я не хочу чіплятися за паспорти, за цю тему. Тому що вона вимагає тоді логічного вирішення в цій країні, де реально, правда, согласен, є грузинські, литовські, американські, конечно, міністри. Да. Але чому Коломойський сказав остання крапля Укртранснафта? Ну що ж смотрите, такого? Ну, міняється менеджмент. Нічого такого. Но как меняется? Верховна Рада ухвалює рішення. Минуточку. Ну как меняется? Верховна Рада не ухвалювала рішення. Ви прекрасно знаєте, що рішення приймалось кулуарно. Міністром топливої енергетики назначен був фунт. Я чистый, прекрасно знати чистый це не фунт. Можу, бо я не народний депутат. Ну хорошо, ви всі бачили цю ситуацію. Назначен був якийсь фунт із Луганської області. Ви взагалі лицо не бачили? Я боюся, що прізвище інше було, все ж таки. Ну, прізвище було інше, однак роль його була така. Фунт, зіцпредседатель. Ми всі бачили його лицо. І тому Коломойський просто поїхав і продемонстрував,
что подобным образом менеджмент меняться не будет. Хотите менять менеджмент в государственной компании? Пожалуйста, делайте это прозрачно, открыто и так, как это положено. На конкурсе, с проведением аудита, с привлечением аудиторской компании из числа Big Five Company и так далее. Нормально, открытым способом. А не так, натихаря сделали бумажку, вечером, ночью приехали, что-то попытались зайти, поменять, кого-то забрать, передать печать. Эти времена закончились, правильно? Нет, ну, я будем так говорить, во всяком случае, мы так надеялись, и я думаю, что люди, которые стояли на Майдане, они тоже считают и уверены, что эти времена, во всяком случае, должны закончиться. Вот такой кулуарной смены и передела... Визиты головы областной державной администрации Укртранснафту, потім з секундочку, ну, Роман, двері, давайте, знаєте. Ну, давайте рассмотрим ситуацию с другой стороны, да. То есть ночной визит министра топлива и энергетики с непонятным человеком, с непонятным документом в государственную компанию. Ну что это? Это что? Не кулуарщина? Кулуарщина. Интересы Коломойского в Укртранснафте это кулуарщина. Смотрите, интересы Коломойского есть в Укртранснафте по одной простой причине. Потому что у Коломойского есть нефтяной бизнес, да, и Укртранснафта – это один из стратегических объектов, который сегодня, кстати, в системе бизнеса Коломойского работает прежде всего на интересы Украины. А вот когда туда зайдет господин Еремеев, мы посмотрим, на чьи интересы будет работать Укртранснафта. Ну, вот это будет очень интересно. Для посадить Еремеева, чтобы да. Помеж собой ну, спілкувалися. Знать, не хочу. Я ж нет. Далеко мы, не Еремеев. Мы не на ринге. Але интересы да. Есть в Укртранснафте. Ну, конечно. Да. Ну, были, да, конечно. Тобто усіх... От Коломойський мені в Дніпропетровську сказав про те, що в країні більше немає олігархів, а виявляється, що вони далі є. Ну, почему? Я його цитував, а? Почему є? А хіба нема? Ну, я не знаю, может быть, и я, но сегодня, во всяком случае... Ну, Еремеев кто? Смотрите, ну, Еремеев точно не олигарх, а да? Ну, я не знаю, кто он. Ну, бизнесмен, политик, все вместе. То есть, вряд ли это можно назвать олигархией сегодня. То есть, что такое олигарх? Олигарх – это, очевидно, человек, обладающий крупнейшим состоянием, миллиардным, да, и имеющий вплыв на державные институции. Понимаете? Вот я считаю, вот это и есть олигархия. Как бы сегодня ни Ахметов, ни Коломойский, ни, наверное, уже даже где-то Фирташ, они сегодня уже не имеют такого влияния в обществе, как имели при Януковиче или имели при Кучме. Да? Вот поэтому сказать, что произошла, уже закончилась олигархизация, ну, может быть, она и закончилась, может, она идет.